пригласили, меня вообще очистили, как я раз в Казани, мне очень нравится, особенно в университете, типа, очень приятно в Москве. К сожалению, времени не очень много, поэтому часть утверждений я не буду доказывать, а оставлю их в качестве упражнений. Может быть, если кому-то будет интересно, кто-то это порешает, в принципе, можно нам присылать решение, вот мне все сказал, что я, соответственно, прокомментирую. Вот, если кому-то где-то. Теперь по поводу стахастической геометрии. Ну, стахастическая геометрия – это область, хоть и вполне автономная, но все же это область теории вероятности. Я начну с того и скажу несколько слов о том, откуда взялась сама теория вероятности. Это, как многие из вас знают, взялась она из азартных игр. Под азартными играми я прежде всего подразумеваю игры в кости. Ну, само слово азарт произошло азарт. Те же карты, они прежде всего относительно недавно, в 15 веке. А игральные кости, они уже были довольно популярны еще в Древнем Египте, впоследствии в Греции, Риме, и Европе, среди веков. Также эта игра довольно проста математически, поэтому, естественно, люди, которые играли, прежде всего, с практическим интересом, они хотели как-то проанализировать, что в этой игре происходит, ну, для того, чтобы это помогло им выиграть. Здесь я привел пару таких красноречивых утверждений, великих умов, которые мы вам дальше видите, говорят еще сами для себя. И вот первый документированный труд – это так называемый «Ludus Regularis», что переводит в латыни «обычная игра» епископа Риполда. Он, в частности, в этом своем труде он посчитал, он рассматривал броски из трех игральных костей. Ну, игральные кости, понятно, как кубик, у которого 6 граней, и эти грани соответствуют числам от 1 до 6. Хорошо знаете. И он проанализировал, посчитал, сколько всевозможных вариантов бывает, когда мы бросим три кости. И посчитал, и у него получилось 56. Ну, вы все хорошо понимаете, какой правильный ответ. Правильный ответ – это 6 на 6 на 6. Соответственно, первая кость выпадает шестью способами. Наверное, следующий. Вторая кость – шестью способами. И третья – шестью способами. То есть 6 в кубу. А почему у него получилось 56? Ну, это для нас сейчас естественно, что, допустим, если две кости выпало, одна единица, другая шестерка, а второй бросок наоборот, на первой шестерке, на второй единице, то это по различным броскам. А он читал такие броски одинаковые, то есть у него порядок цифр был не важен. И вот если считать таким образом, то есть посчитать число различных троек чисел от 1 до 6, не учитывая порядок, тогда действительно получается 56. То есть в этом плане он был большой молодец и не ошибся. Ну и вот первое упражнение – это доказать, что если считать так, как он считал, это 56. Это не очень сложно, но сложнее, чем вот этот способ, когда мы порядок учитываем. И вот начал, в принципе, его ошибки, конечно, ни в коем случае нельзя относиться высокомерно, потому что в те времена людей все было ну, темный лес фактически, и им было сложно ориентироваться такими понятиями. Даже вот великий Жан-Жерон Ламбер, жил позже, конечно, он допустил аналогичную ошибку. Довольно известный случай, когда его спросили, если бросить две монетки, какова вероятность выпадения двух гербов? И он сказал одна треть, потому что он рассуждал таким образом, что бывает только три варианта. Два герба, две решки, и тогда разные значения. Получил одну треть. Конечно, правильный ответ, как там написано, на четвертую. Давайте двигаться дальше. Многие считают, что момент зарождения в теории вероятности, момент зарождения является перепиской двух великих ученых. Блез Паскаль и Пьер Ферма. И даже по этому поводу, ну вот высказывание Михаила Васильевича Градского, это великий ученый российский 19 века, по этому поводу
И есть даже такая история, ну, наполовину легенда, наверное, которая, видимо, была рассказана Лейбницем о том, как получилось вот это перекидка. Был такой, такой шевалье Денре, он был светским человеком, но тем не менее, будучи светским человеком, он увлекался философией, литературой и, в частности, по легенде, был... Всевозможных исходов, причем они все считаются равновероятными.
и таким случаем у нас событию, к нему относится какой-то часть расходов. Вот часть количества этих расходов, определенное количество всех расходов, это будет вероятно. Хочется мне объяснить, наверное, на примере. Пример, вот там написан, опять же, с двумя костями гранями. Давайте рассмотрим. Рассмотрим, две игральные кости бросаются. Вероятность того, что сумма очков на этих двух игральных костях не превышает 4. Как вот применить формулу вот эту, которая выше написана, к этой задаче? Проще всего нарисовать эту табличку. Давайте нарисуем табличку 6 на 6. Здесь отложим число. Здесь будут, соответственно, числа, которые выпали на первой кости, здесь, которые на второй. Соответственно, каждая клетка, она имеет координату x и координату y. Это вот каждая клетка соответствует одному исходу там, того, как выпали эти две кости. Например, вот это соответствует, что выпало на первой четверке, на второй четверке. Всего исходов у нас 36, всевозможные варианты варьирования костей. А какие из них соответствуют нашему событию, вероятность которого мы хотим посчитать? Давайте крестики поставим. Понятно, что это будут вот такие. Здесь сумма двойка, сумма тройка, сумма четверка, 2 плюс 2, 3 плюс 1. Вот это все клетки. Тем самым, применяя вот эту формулу классической вероятности, мы получаем число благоприятствующих исходов 6, 3 на число 6. То есть вероятность наша. Ну, такой совсем простой пример. Ну, вот реально классическая вероятность, она всегда вот таким образом считается. Но уже в те времена, когда вот она была определена, классическая вероятность, люди замечали, что есть задачи другого рода, которые, к сожалению, по этой формуле нельзя посчитать. Давайте рассмотрим такой пример. Похожий на этот. Давайте начертим квадрат. 6 на 6. 6 и 6. И давайте выделим какую-нибудь произвольную точку. И надо найти вероятность того, что сумма координат этой точки, сумма координат, цифры одинаковые, по аналогии с этим, не превосходит четверку. Какая область здесь соответствует этому квадрату? Ну, естественно, здесь нужно поставить четверку. Здесь поставить четверку. И соединить. И вот точки, которые лежат в этом треугольнике, они подпадают под наши события. У них сумма координат не превосходит четверку. Но, к сожалению, этих точек бесконечно много. Да? И точек на всем квадрате. То есть по этой формуле мы получаем бесконечность и бесконечность. Это не очень хорошо. И один из вариантов решения – это считать меру. Это точка на плоскости, самая естественная мера – это площадь. То есть площадь вот этого треугольника делить на площадь всего треугольника. Площадь вот этого треугольника какая? 4 на 4 пополам, да? 8. А площадь всего квадрата – 36. Получается 4 квадрата. Вот это так называемая геометрическая вероятность. И один из первых, кто ее начал активно пропагандировать, вот, это был Жорж Буфон. И, в принципе, все очень знаменитая его задача об игре, но я сейчас формулирую, но решение будет, опять же, упражнение. Задача следующая. Давайте представим, что у нас плоскость разлинеена такими вот параллельными линиями, и расстояние между ними единица, между соседями. И есть игла, длинная линия, которая строго меньше единицы.
эта игра случайным образом бросает на кость. Понятно, что пересечь все прямые они не могут, потому что он уже динамик соединится. Одну может, а может и не пересечь. И вот надо найти вероятность того, что она пересечет. Ну, тут прежде всего надо правильно модель построить, что значит случайно бросать. Игра, положение игры задается двумя параметрами. Во-первых, положение ее центра и углом, например, вот с вертикальной прямой. Считается, что положение центра, оно равномерно распределено, вот, допустим, здесь, в ряде единиц, а угол равномерно распределен от нуля, да, так. Вот, ну, упражнение посчитать вероятность. Но оно, в принципе, не очень простое. Тут же, ну, а соответственно, в общем случае генетическая вероятность, она сформулирована следующим образом. Давайте представим, что у нас есть некоторое множество А, произвольной формы, и в нем наугад выбирается точка X. И вот что значит наугад? По определению, это означает, что какое бы множество P не рассмотрели, произвольной формы, множество P, лежащее в множестве А, вероятность того, что случайно выбранная наугад точка x попадет в это множество b, множество a, она не зависит ни от формы a, ни от формы b, ни от местоположения b, а зависит только от отношения площади. И вероятность будет ровно отношение площади b на площадь a. Но он тоже попробовал на эту задачу. И сам дефорт, он подчеркивал, что вот эта вот генетическая вероятность, она служит очень хорошим механизмом не только для решения геометрических задач, связанных с геометрией, например, как мы здесь посмотрим на доске координат у геометрии точки, но она может решать даже задачи совершенно не геометрической природы. Вот так называемая задача о встрече. Вот здесь она. Здесь она написана. Задача, она такая, формулирую себя словами, скажу. Представим себе, что есть два человека, они договорились встретиться в каком-то определенном месте во время от 12 до 13. Каждый приходит в произвольное время, независимо друг от друга, и ждет 5 минут. После этого уходит. И вот найти вероятность того, что они встретятся. И вот модель вероятность для этой задачи, она очень хорошо описывается вот тем же самым квадратом. Давайте нарисуем квадрат со сторонами 60, со стороны 60, квадрат 60 на 60. 60 это 60 минут. И в нем случайно выбирается точка x. Это соответствует тому, что ее первая координата – это случайное время прихода первого человека. Здесь имеется 12 часов войны, здесь 13 минут. Здесь минуты, которые пришел первый человек, а ординаты — это минуты, в которые пришел второй человек. И все, что нам нужно, это нужно нарисовать область, которая соответствует тому, что они встретились. А эта область, она, что значит они встретились? Это значит, что область следующая. Здесь откладываем 5, здесь 5. Здесь 5, и здесь 5. И соединяем. Вот. Не встретились. И мы видим, что вот если точка попала в эту область, то значит они встретились. Если не попала, не встретились. И все, что нам нужно, это посчитать площадь вот этой области и поделить на площадь всего квадрата. Но я это делать не буду. Это будет в качестве следующего упражнения, например, на А. Пункт B – это та же самая задача, когда три человека. Соответственно, когда три человека, здесь уже будет не квадрат, а пространство. И в нем, когда будет уже вот эта формула полной вероятности, там уже будет, соответственно, надо брать не отношение площади, а отношение объема. Ну, как вы понимаете, бывают задачи, когда у нас
многомерное пространство, и там уже нужно брать так называемый многомерный объем, или более научно, меру вектора. Да? Давайте это сделаем C, конечно, упражнение. Это когда N человек. И они играют с того, что они встретились. И вот, кстати, вот этот пример наглядно показывает, что, несмотря на то, что мы живем все в трехмерном мире, многомерная геометрия, она очень нужна и важна, потому что возникают очень сложные задачи, которые возникают такие многомерные задачи, которые требуют решать. Так, ну теперь потихоньку уже переходим. Вот это была геометрическая геометрия. Теперь мы потихоньку переходим уже к стахастической геометрии. Смотрите на картинку. Эта картинка, она напоминает, ну, например, звездное небо. Либо очень похожим образом расположены, если посмотрим на карту леса, места для роста деревьев, тоже похожим образом они могут расти. Ну и в других областях возникают похожие картинки. И данная картинка – это реализация так называемого Бартоновского-точечного процесса. В данном случае мы его на плоскости рассматриваем, поэтому называется двумерный Бартоновский процесс. Ну, в принципе, бывает трехмерные, пространственные, многомерные. И вот замечательно, что существует строго математическая модель, которая задает вот этот объект, который в свою очередь моделирует различные явления из реальной жизни. Ну, давайте я пару слов скажу о том, как его определить, не совсем то, откуда он берется. Давайте рассмотрим квадрат со стороной. Корень из n. Корень из n берется для того, чтобы площадь была n, белдут. Бросим наугад в него ровно n точек. Получается, корень из площадь n и n точек. Нетрудно видеть, что это означает, что если мы рассмотрим какие-нибудь фигуры единичной площади, например, квадрат единичный, то в среднем у него будет одна точка. Мы имеем тем самым такое вот равномерное распределение n точек на квадрате. И можно строго доказать, я, естественно, не буду делать, что если мы будем n примерно бесконечности, соответственно, вот это окно квадрат, которое мы рассматриваем, оно потихоньку займет всю плоскость, а вот этот вот равномерный n-точечный процесс в этом окне, он, к идее, перейдет в тот самый пуассоновский процесс. Ну, единственное, можно видеть, что бывает различная интенсивность, точек может быть, они могут быть более частые, как здесь, могут быть менее частые, поэтому еще полезно вести так называемый параметр лямбда. Если мы будем рассматривать квадрат площади n в классе n точек, а лямбда n, ну лямбда так как не целая, но можно брать целую часть формата, ну это немножко не влияет. Тогда аналогично в среднем в единичном квадрате уже будет не одна точка, а лямбда точка. Тем самым, чем больше лямбда, тем больше интенсивность процесса, тем больше в среднем попадает точек в единичный квадрат. Вот это вот параметр важного пуассонского процесса. Ну и какие свойства? Первое свойство – это, если рассмотрим, вот чуть-чуть похоже, опять же, на ту же генетическую реальность. Рассмотрим произвольное множество А, произвольные формы. Известно, что формула для вероятности того, μ от А – это число точек, которое попало в А, число точек из этого пуассонского процесса. И вот известно точное распределение, вот эта величина, число точек, лежащих в А. Вероятность того, что она равна К, она равняется вот такой дроби, лямбда, вот этот самый параметр интенсивности, участвует. Можно считать, что она имеется, можно как-то изменять на площадь множество, то есть, опять же, зависит только от площади. Степень k, деленное на k факториал и умножить на такую экспоненту. В частности, если мы поставим k равно 0, 0 факториал по определению единицы, то получим вероятность того, что в n не попало ни одной точки, она вот такая вот экспонента. То есть, мы видим, что вероятность того, что множество не попало ни одной точке, она экспоненциально убывает
срок на больше этого множества. То есть зависит только от площади. Нет местоположения, нет формы. Тем самым этот плазонский процесс, он, во-первых, однородный, то это множество А можно двигать куда угодно, распределение, вот это будет то же самое. И второе очень важное свойство этого процесса, это так называемое, почему он и очень в жизни используется. Ну, вот, давайте на примере того же звездного неба. Так, я вот смотрел программу, по-моему, 1 июля будет лекция геометрии звездного неба, да? К сожалению, меня здесь не будет, вот я послушаю. Интересно, что там будет. И вот давайте представим звездное небо, и давайте представим, что мы посмотрели в одну часть неба, какую-то область видели, и в другую часть неба. Вот, если мы, допустим, в одну часть неба посмотрели, посчитали, сколько там звезд. Понятно, что это никак не повлияет, это никакой информации нам не даст о том, сколько звезд в другой части нет. Это так называемая статистическая независимость. Строго это формулируется, если у нас есть два множества, А и Б, главное, чтобы они не пересекались. Тогда число точек, попавших в А, не зависит от числа точек, попавших в Б. Вот это вот статистическая независимость делает такой пластонский процесс очень привлекательным. Для приложения. С одной стороны, он очень просто определяется, как предел этого равномерного, то, что показывает. С другой стороны, вот такими свойствами бывает. И, кстати, надо заметить, что вот эта вот статистическая независимость, она только в пределе вот получилась. Потому что, когда мы вот до предельный процесс рассматриваем, когда мы рассматриваем N точек, как здесь рассматриваем, здесь никакой статистической независимости не будет. Потому что у нас есть два множества. Если мы знаем, сколько это точек здесь, и чем их здесь больше будет, так всего у нас N точек, то тем вероятнее, что здесь их будет меньше, так как число всех точек фиксировано. А вот такой интересный факт, что когда N принесли бесконечности, только тогда получается вот эта самая статистическая независимость. Но вот этот вот относительно простой процесс, как я уже сказал, он служит базой для очень многих моделей статистической геометрии. Ну и в качестве примера можно рассмотреть так называемый процесс прямых, Пуассонский процесс прямых. Это что такое? Это, если мы вот рассмотрим каждую точку этого Пуассонского процесса и через каждую точку проведем прямую, причем в случайном направлении. И все эти направления, они независимы друг от друга. То у нас получится множество прямых вот здесь на картине. Но здесь у нас другой процесс изначально, меньше точек просто. Меньше интенсивность. Получается такой пуассонский процесс прямой. Точно так же можно в пространстве строить пуассонский процесс плоскости, многомерном пространстве. Пуассонский процесс как пространство, разгонник, размерность. И, допустим, в качестве одного из приложений вот такого процесса, ну, если мы его чуть-чуть модифицируем, если мы еще, здесь у нас все прямые, естественно, не эту любую толщину, если мы чуть-чуть каждую прямую утолстим, сделаем какую-то, каждый прямой создадим какую-то случайную, не нулевую толщину, у нас получится процесс полос. И точно так же в пространстве можно рассмотреть процесс таких цилиндров бесконечных. И вот этот, который находится в случайном положении, в случайных направлениях и различных толщины. Не очень большое ограничение. И вот этот процесс, он где-то там использовался для моделирования на эту любовь, которая в валове состоит неизвестно. И в оставшееся время я хотел бы рассмотреть одно замечательное приложение все того же пуассонского процесса к таким вещам, как индустрия телекоммуникаций. А именно я хочу рассмотреть структуру сотовых сетей. Как там вот все это можно использовать, все, что я сейчас сказал. Но прежде я такую небольшую геометрическую конструкцию хочу на доске нарисовать, которая была введена нашим русским ученым Георгием Федосевичем Вороным. Довольно известный ученый, был второй половины 19 века. Кстати, он был учеником очень
великого ученого Андрея Андреевича Маркова. Ну, Марков, вы хорошо знаете, он был величайшим ученым. И внес большой вклад в такой вот математический анализ, теория чисел и, естественно, теория вероятности. Что касается конструкции. Ну, давайте такой пример рассмотрим. Положим, у нас есть город, такой виде богатый. Предположим, что в нем есть на каких-то местах расположена пожарная станция. Я рисую ниже, хорошо, как он делает три, чтобы не забудется. Три станции. Ну и как обычно происходит? Предположим, что произошел этот пожар. Как это тоже случается? Естественно, из этой точки происходит звонок. Пожарную станцию, а панель один. Там же оператор, он сам выбирает всю пожарную станцию, чтобы послать команду. Ну и в идеале, реально не совсем так, но в идеале он выбирает ближайшую. Допустим, отсюда звонок, он выбирает ближайшую пожарную станцию и оттуда выезжает команду. Ну, действительно, каждый раз не вычисляет расстояние, а изначально определенная зона, и сразу же звонок поступает, известно, с какой зоны он поступил. И зона, какой ближайшая пожарная станция, она соответствует. Давайте вот нарисуем эту зону. Как это делается? Давайте посмотрим вот эти точки. Множество тех точек, которые одинаково заменены, это и секвенные перпендикуляры. Хорошо известно. Искусство геометрии. Вот, секвенные перпендикуляры. То, что слева ближе к этой точке, справа и ближе к этому. Вот мы его рисуем. Но до поры до времени, потому что еще вот здесь начинает играть роль вот этой точки. Здесь вот эта точка. Рисуем. А здесь вот эта точка. И они, естественно, в эту точку пересекаются. Вот в случае трех точек совсем простая картинка получилась. То есть около каждой точки нарисована ее зона. На Google. Когда точек много, точно так же рисуются различные сегменты перпендикуляры, они как-то там пересекаются между собой, и у нас получается разделение. Вот сразу покажу картинку, как точек много, как это выглядит. Вот так все выглядит. И вот, вот это разделение называется мозаика Баранова. Вот он первый раз смотрел эту вещь. Ну, раньше, по-моему, нас в России называли диаграмма Баранова, но сейчас более популярное влияние Запада, пятая мозаика Баранова. Вот эти вот области, соответствующие вот каждой точке, называются ячейками Баранова, волосами точки и центр. То есть вот есть точка, что такое ячейка Баранова? Это множество тех точек, для которых она ближайшая относительно других. Пожалуйста, там. Ну и как видно из названия слайда, я рассмотрел пример, когда вот эти вот, выражаясь нашим языком, пожарные станции красненькие, они расположены в точках того самого Паусоновского процесса. И тогда вот эта мозаика называется мозаика Паусонова. Сейчас очень популярный объект, особенно на Западе, в Европе. Я имею в виду всячески исследую, всякие его характеристики. Там. Ячейки, они стараются один, являются на плоскости многоугольниками, пространстве многогранниками, многомерно пространстве, выкупленными многогранниками. И уже там различные там, число Эйнштейн, Рёдберг, вот исследовать какие-то такие вещи. Я об этом не буду разговаривать. И второй пример. Давайте вот это, когда у нас случайно, пожарная команда случайно. А когда, давайте рассмотрим пример, когда они не случайны. В точках, называемые треугольные рисунки. Как тогда тоже были ячейки рисунок? Ну, вы все, естественно, догадались, что таким образом. Это просто будет шестиугольник. И вот эта вот модель, она является базовой моделью для сотовых сетей. Почему? Потому что, ну как устроена сотовая сеть? У нас здесь, вначале. У нас
есть какие-то вышки, которые сигналы поднимают, передают. И есть какая-нибудь точка, например, красная точка, которая это человек мобильный телефон. Он выбирает ближайшую вышку и к ней подсоединяется. А соответственно, как найти ближайшую вышку, это просто взять центр того шестиугольника, в котором он находится, это будет ближайший к нему точка. Не подсоединяется. И чем ближе он к ней находится, тем лучше, тем лучше связь. Соответственно, самая плохая связь, естественно, вершина шестиугольника. Потому что они дальше всех находятся в центре. И тем самым вот эти зоны, которые определяют зоны ответственности каждой вышки, они выглядят как соты. Ну и поэтому отсюда и назвали сотовая связь. Вот, как ни странно, несмотря что модель такая довольно детерминистическая, следует ее оказалось не так уж просто. Там есть некоторые параметры, но я потом о них более подробно скажу. Ну, в частности, как сила сигнала, так как у нас точка, вот эта вот, где звонок, ну, точка, где находится человек, она случайная, соответственно, все величины случайные, и надо рассматривать вероятность того, что зона покрытия хорошая. Вот в такой модели исследовать довольно сложные характеристики. И совсем недавно, в 2011 году, с работы, вот слева это вот стандартная модель, которая рассматривается. Вот эти вот вышки находятся в каждой точке, в вершинах треугольной, правильной треугольной решетки. И, соответственно, ячейки Воронова, они имеют такой вид, шестиугольник. А справа это смоделированная картинка, когда они находятся в вершинах Пуассонского процесса. А слева это какая-то реальная сеть, вот сеть 4G. Потому что вот сети, вот, которые нового поколения, у них вот эти передатчики, они расположены более часто и уже более случайным образом, чем вот изначально, когда вот эти вышки строятся. И они больше напоминает Пуассонский процесс, чем вот эту правильную решетку. И, соответственно, вот эта модель, когда мы рассматриваем, предполагаем, что вершины, что принимающие вышки находятся, ну, кстати, по-английски это base station, базовая станция, ES, находится в вершине Пуассонского процесса, она сейчас оказывается более реалистичной, чем вот эта модель. И более того, она оказывается, что характеристики базовой сети считаются в ней намного проще, чем здесь. Ну вот сейчас я пару этих характеристик приведу и даже одну из них посчитаю, чтобы вы видели, как это все выглядит на самом деле. Вот картинка даже самая. Вот, ну вот здесь вот, он тоже рассказал. И характеристики давайте посмотрим. Первая характеристика это так называемая постоянная ближайшая станция. Это понятно, что такое. Вот какая-то ячейка Сона Воронова, это же станция, крестик, и здесь какой-то человек на мобильном телефоне. Расстояние это просто вот это. Расстояние это станция. Оно пси. Понятно, что хочется, чтобы оно было не очень большим. Потому что сигнал пропорционален, обратно пропорционально, сила сигнала обратно пропорционально расстоянию. И так как у нас все случайное, у нас теперь все станции, они, базовые станции, они случайные, находятся в точке Пуассонского процесса, то вот это расстояние случайное, и нам хочется оценить вероятность того, что оно не превышает какого-то R. Ну, то есть мы знаем, что если R сколько-то там метров, 300, например, то это плохо. И нам хочется оценить вероятность того, что вот сигнал будет плохой, что вот это случайное расстояние от человека с телефоном до станции будет больше, чем 300, чем это R большое. Вот здесь написана формула, довольно простая. И я ее сейчас вам буквально за минуту выведу, почему это так. Ну, давайте. Нам хочется оценить вероятность того, что вот это больше, чем R. То есть R у нас где-то вот здесь. Вот это R. Что это означает? Расстояние до ближайшей станции больше, чем R. Это равносильно тому, что если мы нарисуем круг центра с мобильным телефоном радиуса R, то в этом круге не будет ни одной станции. Расстояние больше, чем R, равносильно тому, что в круге нет ни одной станции.
А давайте вот в этой формуле свойство базонского процесса. Вот мы знаем точное распределение, в частности, вероятность того, что нет ни одной точки. Это просто экспонент в степени минус лямбда на площадь там ноль. А площадь круга это что? И от квадрата. По этой формуле получается, что искомая вероятность того, что круг попал ни одной точки базонского процесса, получается, есть степень минус лямбда минус и от квадрата. Вот этот самый формул. Здесь, если бы у нас регулярная форма была, тоже можно выбрать случайные точки в шестиугольнике и оценить, посчитать распределение вот этой величины расстояния до центра. Она тоже считается, конечно, но там формула такая вот совсем не симпатичная. И если использовать какие-то более сложных характеристик, то там совсем будет все сложно и неприятно. Ну и последняя, у меня как раз внутри есть, еще характеристика, так называемая сила сигнала. Если бы у нас была станция одна базовая, то сила сигнала, она бы просто фактически была зависела бы только от расстояния. Но у нас еще есть окружающие станции. И вот если мобильный телефон подсоединился вот к ближайшей станции, то те станции, которые далекие, они будут не помогать, наоборот, мешать. Они будут сигнал зашумлять. И тем самым определяется так называемая сила сигнала, вот это signal interference, last noise ratio, которая определяется следующим образом. Вот это, ну, H это какая-то константа наберущая, неважно. Расстояние в степени минус альфа. То есть чем больше расстояние, тем больше сигнал. Причем сигнал растет пропорционально степени альфа падает, точнее. Сигнал падает пропорционально степени альфа. Но все мы знаем, что, например, из всемирного закона тяготения сила притяжения, она пропорционально, обратно пропорционально квадратному расстоянию. То есть здесь бы тоже было логично поставить двойку. Ну, следует из тех соображений, что если у нас есть сигнал, он из точки спускается, он идет по всем, во все направления. И когда он достигнет какого-то вот расстояния R, он будет равномерно распределен по поверхности сферы, радиуса R, который имеет площадь порядка R квадрата. И он будет на ней размазан, поэтому, соответственно, сила будет обратно пропорциональна R квадрату. Вот тем самым получается обратно пропорционально квадрату расстояния. Но это в идеале. А в городе там еще существует множество других помех, поэтому сигнал затухает быстрее, чем в идеальном случае, поэтому альфа обычно берется больше двух. Вот, это было бы, если была одна станция. Еще, ну так как есть еще другие станции, которые, наоборот, ошумляются, нужно делить вот на вот эти вот те же самые величины, которые расстояние от других станций. Вот это тоже как бы сила сигнала. До других станций сита это расстояние до станции И. Вот можно просуммировать по всем станциям. И вот эта вот сумма, она будет, наоборот, зашумлять наш сигнал и делать его хуже. Поэтому мы делим эту сумму, а сигма квадрат, соответственно, это еще некоторый шум. Вот, шум добавляется. И вот это важный параметр, его тоже вот в этой модели плазоновской авторы вот этой работы, они его там как-то посчитали, смогли оценить. Вот в этой же изначальной детерминистической модели это совершенно безнадежное дело. Тем самым вот сейчас вот эта модель платоновская, да, вот эта вот работа, она в 2011 году вышла, но она уже фактически стала классикой, у нее уже порядка 1500 ссылок, что показывает о силе, что здесь тысячи денег. Я закончил, спасибо.